Vamos, Jonas. Получается, тут был склад. Склад практически, ну, как раз он плюс-минус уцелел пока. Это зал. Зал вынесла полностью все окна, поразбивала вытяжку. А дальше идет кухня. Вот тут основное оборудование было на кухне, как раз там. Полностью плиты, там были и холодильники, и пара конвектоматов, микроволновки. И кабинет управляющего вот был здесь, если я сидел.